ребят, наткнулся в интернете, то, что говорят, что фильтр не надо резиночку смазывать, некоторые говорят, некоторые то, что вот заливать фильтр маслом. Всегда я всю жизнь заливал, но в последнее время вот этими такими фильтрами франковскими пользуюсь. Ну вот, ради интереса разрезал. То есть пробег на данном фильтре где-то 10 тысяч километров примерно. Ну, может, там чуть-чуть меньше. Ну, вот, разрезал. То есть, получается, вот сама шлеска и вот типа резиночки. Это как клапан работает один. И вот сам получается масляный фильтр. Нигде ничего бумагу не выдавило, хотя масло заливал. Ну и вот, соответственно, говорят, что еще клапан обратно не работает, но вот сколько, в принципе, масла слилось даже после того, как я фильтр переворачивал и все сливал. Вот. Франковский фильтр. Ну, то ли у других качество не то, то ли еще какие проблемы.